Ребятушки, всем привет! Седьмой эпизод, игрушка Fear, DLC, проект Персей, второй DLC. Я так понимаю, что уже дело близится к финалу. Седьмой эпизод называется «Уничтожение». Когда за нами прилетит вертолет эвакуации, я могу только догадываться. Но, скорее всего, он прилетит уже совсем-совсем скоро. А мы тем временем прошли шахты и... оказались опять на каком-то заводе, который кишит клонами или наемниками. Даже да, ребят, даже скорее наемниками, потому что клонов тут уже как таковых нет. И опять же повторюсь, я бы не сказал, что это, батюшки мои, я бы не сказал, что это даже завод, это какая-то лаборатория, причем какая-то научно-исследовательская, с автоматическими дверями. Все серьезно. Будьте начеку. Так. Меня уже гранатами кидаются, падла. Ну ничего. Так, тут никого. Нормально. Вынес. Ну давайте с этой стороны обойдем. А как он меня обошел? А, ну он оттуда спрыгнул. Все понятно. Падла, пыль поднял. Ничего не вижу. Пытаются, конечно, они меня выкурить. Тщетно, но пытаются. Так, тут что? Тут вот это. Вот это. Падла. Обойти красавчика. Так, этих двоих я снял. Одни скелеты остались. Живые. Так они тут походу живут, да? И живут и работают, я про ученых, конечно, раньше. До вот этой мясорубки. У нее отняли детство. Отняли ее собственных детей. Отняли саму. Ну да, это он про Альму. Крематорий. Для трупы сжигают. Это уже все поняли, что природу охотняли и потом опыт ставили.
здесь никого. А здесь? Здесь никого. Задолбала эта херня, а? Сколько можно? Все фиксируй. Ничего не пропускай. Есть, сэр. Так, куда, ребят, пойдем? Налево или направо? Пошлите налево, как обычно. Твою. Что за черт? Так, чуваков типа это начинает. Альма прикалывается, короче. Чисто девка прикалывается, вот и все. Ну идите, ребятки, сюда. Так, гранатку они сюда не докинут, задолбаться. Ну, кажись, это и все. Попочки. Наделим всем попочки. Так, и где я? Объект изменит. Вы сами это видите. Брайер утверждает, что все это изменится. Так, тут что? Тут ничего не будет? А ну-ка, подождите. Ладно, здесь. Ага, это там, где она тут прикалывалась. Я понял. Ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Но, блядь, у меня осталась только одна винтовка. Патронов много, но одна, сука, одна. Так что давайте. Меня зовут Джон Брейер. Я генетик из Армахема. Работаю на... Хоть ствол взять, как в самом начале. Так, гранаты не нужны мне, а вот пушка какая-нибудь, уже любая, похер, не помешала бы. Так, это наблюдатели, да, за операцией, за опытами. Я понял. Как подземную лабораторию X18, блин. Спускаюсь.
Кто бы там ни ехал, я им не завидую. Прикрыли. Доложите автоматку. Некому докладывать, сержант. Совершенно некому докладывать. Так, на безрыбье и рак рыба. Есть такая поговорка, когда нихера нет пушек, и вот это говно сойдет. Жаль, конечно, что оружия нету. Так, хорошо. Что это за центрифуги, блин? Так, что у нас тут? Опять альма. Почему, когда она взрослая, она голая? Прекрасно. Нихер было подходить так близко. Разорвало нас к чертям собачьим. Щух. Щух. Печаль, беда. Стрелять, естественно, у нее смысла нет. А вот близко подходить, видимо, не стоит. Ну вали, вали, ну тебя нахрен. Диаграмму с первого этажа. У них очень жарко. Бейкер 2 не отвечает. Куда все подевались, черт возьми? Голова отлетела. Очень хорошо. Так, давай сюда.
снова здравствуй, шуруповерт. Так, со снайперки я его, в принципе... Нет, не сниму, свалил, падла. А вот это очень даже. Сволочь. Не увидел его, конечно же, сбоку. Целиться в голову. Все будет гуд. Так, шуруповерт у меня до хренища, отлично. Или как там, до хрена и больше, да? Так, турелька, еще уже две. Хорошо. Собираем, собираем. Я думаю, в трудный момент они мне понадобятся. Наконец-то от этого говна избавился. Даже не пользовался ни разу. Так, винтовочку побережем. Пока что. Так, здесь открыто, здесь открыто. Да. Куда идти? Ну, походу туда, потому что здесь тупик. Мне здесь лучше по лесенке, иначе разобьемся. Блин, так жалко на него оружие вообще тратить. Любое. Хель, и наверху эти дерьмо, блин. Кто был дизайнером уровней? Что это за херня вообще? Ой-ой-ой. Так, что тут? Что? Лучше бы нас оставили в покое. Две мины, неплохо. Сейчас могут быть и штурмовики, и цыплята. Так что пригодятся.
Этим нас уже не удивить. Подтверждаю цель в этом районе. Будьте начеку. Апгрейд. Не, он пришит. Нужна бойцовка. Видишь, цель? Я тебе еще дать выстрел. Мы под обстрелом. Самолет в укрытие, а сам в атаку пошел. Где логика? Где логика, родной? Ну-ка, брось пушку. Сейчас я ее, кстати, заберу. Все или еще кто? Так, на уровень выше, да, поднялись? Угу. Внимание всем! Браво, Фокстрот! Заходим внутрь! Сучка, спалила меня эта херня. Укрытие. Надо было сразу. Нет. Надо было ее сразу херачить. Во. Отлично. Так, ладно, погнали. Чего вот это ждать? С моря погоды. С моря погоды не будет. Зря две аптечки использовал. Ну ладно. Одну восполним. Бляха-муха, да длинная ж DLC.
Да, ладно, вопросов нет. Хорошо, я был не готов. Вопросов нет, я был не готов. Наверное, надо взять вот эту пушку. Так, это он меня стреляет, да, этот идиот? А, я его вынес. Хорошо. Бля, здесь эта херня. А, это он, она цепанула. Сюда. Скорее всего, он. Больше некому. Смахивает на небольшую армию. Первый раз такое вижу. Никаких имен, документов, ничего. А на нас у них все было. На меня, тебя, Петерса, Чена. Не знаю, кто они, но это одна шайка. Чем больше я на это смотрю, тем меньше мне это нравится. Придумай, Вовочка, предложение со словом «ананас». А на нас у них все было. Все данные. Опять супердизайнер уровня, блядь, постарался. Что за дебилизм? Хер пойми, блядь. Ладно. Опа. Я чувствовал, как она входит в их мысли. Она отыскала меня здесь. Можешь себе представить, я прятался от нее. Меня пытались защитить. Глупцы, она была моей матерью. Это мы давно поняли, родной. Ты нам Америку не открыл. Христофор Колумб хренов. Так. Продолжаем разговор. Сразу. Можно сказать, сходу. Слету. Полоборота. С корабля на бал. За миллисекунды. Блять, тут эта херня. Скройся. На глаз моих. Так, нормально. Идем дальше.
Так, я эту пушку брать не буду. Есть более достойные, более хорошие. Блин, удивительно, конечно, что в этой пушке магазин рассчитан на 50 выстрелов. Никогда бы не подумал. Вообще никогда бы не подумал. Так, три турельки. Кончайте, ублюдка. Ну-ну. Давайте, давайте. Кто первый? Твари конченые. Один. Куда они стреляют? Стесняюсь спросить. Появись, тварь. Еще один готов. Итого минус два. Сейчас посмотрим, кто тут ублюдок. Куда ты пошел? Сейчас, сейчас, родной, я чуть-чуть восстановлюсь, совсем немножечко, и приду к тебе в гости. Прям быстро так приду. Я бы сказал, моментально. Это для тебя моментально, для меня нормально. А для тебя в самый раз. Вот примерно так. Примерно как-то так. Что такое, ребятки? Что вы разлеглись? Устали, уморились, мои хорошие. Ну, полежите, отдохните. Хорошо. Уговорил отдохнуть. Красавчиков наших. Отдохните, мои хорошие. Отдохните, мои хорошие. Отдохните. Немножечко отдохните. Вот, ладно. Твари конченые. Так, а мы пойдем дальше. Тем временем. Угу. Да-да. Именно так. Засаду они мне хотели устроить. Устроили. Хотели. Устроили засаду. Так, тут у нас что? Я рассказывал о моем брате. Вот этот дурачок местный. Ты на него похож. Он мне тоже не нравился. Угу. Ну-ну, поглядим.
не видел своего брата до того дня, когда он убил меня. У нас ведь сложные семейные отношения. Бедолаги даже не дали договорить. Ну ладно, я думаю, он не сильно расстроится. Так, это мы где? На выпуске нас из хранилища. Ты же не хочешь? Сэр, пастор Бэтл вошел в сектор. Не слушай. Открой хранилище. Ну? Да плюнь ты на него. Так, это идиоты там. Ну, сейчас я к ним приду. Так, к нам гости идут. Ложись. Видишь, ты? Это чмошники. Выступаем. Ответьте. Окружаем. Ну-ну. Ладно, ничего. Сейчас все будет. Недооценил. Немножечко недооценил. Одного потеряли. Он тут. А, даже так? Хорошо. Полюгань жесткая, конечно. Так, ну вроде все, да? Сэр, вход открыт. Заходим. Вы его сделали? Эвакуировать район? Не совсем. Не сказать бы, конечно, что сделали, ну, что могли, то сделали. Что не могли, то, естественно, не сделали. Так, вкусняшку забрал, естественно. Опять 25, да что ж такое-то, а? Как они мне надоели. Эти демоны. А это еще откуда? Так, здесь закрыто. Да что ж так трясет-то, а? Прекрасно. Откуда тут нарисовался автобус вообще? Хотелось бы знать. Какой-то прикол вообще жесткий. Стесняюсь спросить мне куда? Сюда, да? Окей. Это не твое дело. Уходи. Жалко даже патроны на этих идиотов тратить, честное слово. Просто реально тупо жалко.
готовьтесь к эвакуации. Так, это что за идиот там? ДНК он добыл. Сейчас посмотрим, что ты там добыл. Так, ну вроде правильно идем. Ну, посмотрим, кто работает лучше. Так, там какие-то жмурики, ну ладно. Пусть будут. Так, опять красавчики. Так, ладно. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. И такое бывает. Что обновить, чмошник оказался. Если честно. Если честно и откровенно. Еще и с херовой пушкой. Все-таки хоть у меня и было замедленное время, а прижали падлы. Против двоих тяжко совладать. Какое-то, а? Что я делаю не так? Он, походу, обошел меня, ребят. С другой стороны. Не, ну должен же я закончить. А, вот сейчас я походу одним выстрелом двоих прижал. Хорошо. Это уже лучше. Это уже намного лучше.
закончилась у меня эта штука. Ку-ку, Вася. Дах. Дах. По-моему, я его загасил. Да. Так, что у него? Вот этот обычный ствол, да? Ну ладно. Так, ничего нового. Абсолютно ничего нового. Твою мать. Здесь, да, здесь вопросов нет. Так, что делать? Понятно. Может, он сюда ко мне придет сам? Так, чуть подлечимся. То есть в полете гранаты он меня уже выносит. Хорошо. Делаем так. Не расслабляйся, красавчик, не расслабляйся. Вообще не расслабляйся. А вообще, с другой стороны, просто расслабься и получи удовольствие. Тикс. Что мы имеем? Немножко недооценил я, что их там будет двое, конечно. Ничего. Тогда вот так. Ну, не знаю, нужно ли вам, ребятки, уже в данном случае подкрепление. Что-то мне так кажется, что нет. Так, ну погнали тогда, чё. Так, тут ничего. Это удачно, братан, спрыгнул. Очень удачно.
Так, ну этих сразу в расход. Не хочет бедолага высовываться. Никак. Ну что сейчас захочет? Вроде как захотел. Так, это забираем. Так, стесняюсь спросить, а я не отсюда ли пришел? Да, по-моему, отсюда. Стоям бы или отсюда. Чё-то я уже туплю как-то. Не. Все правильно идем. Две аптечки не нужны. Сейчас опять что-то будет. Что-то мне такое предчувствие, что лучше достать винтовку. Беттерс послал за мной своего щенка. Я не удивлен. Так. Жестко они мне. Ну давай, давно пора, родной. Это, короче, очередной босс. Не как в Dark Souls. Но все же. По-моему, он меня, ты их готов. Не остановишь. Не будь идиотом. Готов как минимум. Это еще не все. Короче, у него несколько стадий, я понял. Когда раздобудете ДНК, неужели все? Наверх. Да ладно, неужели реально все? Хорошо. Так, а это я, видимо, взял ДНК. Вертолеты Дельты прибыли. Быстрее!
Прибыли, говоришь? Ну ладно. Поверим на слово. Как хорошо, что у меня винтовочка есть. Так, штурмовичок. Ну, как раз против него есть вот эта штучка. Так, минус два штурмовика, причем один супер штурмовик, второй просто штурмовик, отлично. Сколько этих идиотов еще тут? Так, возьму вот этого. Ждать весь день. Вперёд! Да иду, расслабься. Сейчас все будет. Какой он смелый, а? Штурмовика вынес. Сейчас чувака загасят просто, да и все. Я так чувствую. Благо здесь есть и турели тоже. Бляха-муха, сколько этих уродов там, а? Блять, ты мне мешаешь, урод. Тупой, блин, реально урод. Сука. Блять, ну только все обсирает, а? Ну честное слово. Ну, блять, только мешается, тварь. Ну тогда херач их сам, блять, если ты такой дебил. Что я им могу сказать? Понятно.
То ли дебилоид, а? Постоянно только мешается. По-другому и не сказать. Так, эти уроды у меня тоже шуруповертом хотел сказать, стираю. Стреляю. Так, надо аккуратнее, птичек не так много осталось. Так, а вот и вертолет. Прибыл. Ёбаный штурмовик, я твою мамину маму. Сержант, к вертушке, быстро! По-моему, я вынес штурмовика, да. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот и закончилась первая часть игрушки Fear, ребят. Вот такой эпопеи. Ты отлично поработал, сынок. После всего этого отряду нужен новый лейтенант. Думаю, Чен хотел бы, чтобы им стал ты. Ну, что можно сказать? Вот, как на духу, если бы мне, ну, скажем так, не поступила информация, что это оригинал, что это оригинальная DLC, то я бы действительно, ребят, подумал, что это любительский мод. Именно по качеству он выглядел именно так. Локации полупустые, вот эти вот пострелушки без какой-либо... просто вот степени хоррора, да, то есть без намека хоррора, как было в оригинале и в первом DLC Extraction Point. Но геймплей тот же, проходится также классно, также интересно, хотя сюжет подкачал, локации подкачали и глюки, да. В первый раз за три прохождения подряд у меня пушка застряла в текстурах, и меня в полу, да, я ее не смог подобрать и потерял кучу патронов. Это что касается вот шуруповерта. Ну, как-то вот как-то так, да. Неприятно, действительно неприятно. А в целом игра добротная, очень добротная, особенно для своего времени, да. Для 2005 года. Я, как сейчас помню, окончив сессию зимнюю сессию второго курса, это был, по-моему, январь, хотя нет, вру, ребят, это был декабрь 2005 года, только хотел сказать 15-го, хрен там, блядь, 2005, мать его, года, да, я купил пиратский диск, это как раз был первый эфир там, NFS Most Wanted, и игра под названием Gun про Дикий Запад. Может, кто слышал? Так я ее и не осилил. Так я ее и не прошел. Забросил на втором городе. Most Wanted. Ну, ее мы обязательно коснемся, обязательно пройдем. Это игра легенда тоже того времени. НФС-ка. Действительно, та НФС-ка еще. Не то говно, которое потом стали делать, а именно та НФС-ка. Вот. Ну и вот первый эфир. Тогда я в него поиграл. Естественно, в DLC я поиграл попозже, когда они вышли. 2006 год это Extraction Point, и 2007 год это проект Persei, который мы только что допроходили. Оригинальный Fear и Extraction Point уже на моем канале есть. Ну, естественно, вот это тоже уже есть. Иначе бы это его не видели. Так что, я думаю, вторая часть тоже не за горами.
Ну, там и третья, дай бог, может быть, я ее с кем-то пройду в кооперативе. Посмотрим. Посмотрим, ребят. Спасибо, кто пришел на канал, кто случайно зашел, кто подписался, кто не подписался. Все равно, ребят, спасибо. Может быть, что-то интересное, но вы для себя здесь нашли. Вот, как обычно в жизни, всем желаю нажимать на курок только в игре. И самое главное, берегите себя. Самое главное, берегите себя, ребят. Всем пока.
потери?